И вновь я рад приветствовать всех любителей компьютерных игр, мы проходим Assassin's Creed 3. В прошлой серии мы участвовали в морских баталиях, мы пытались догнать Рэндалф, 32-пушечный корабль, фрегат темплиеров. Вот, но не догнали и вступили в битву там с другими остальными кораблями. А здесь мы добежали вот до задания поместья. И очень нам интересно, что здесь случится. А, это наш шахтер. Чак Норрис. Влюбленный Норрис. Ха-ха-ха. Норрис? Вы знаете Мириан? Конечно. А что ей нравится? Хочу сделать ей подарок. Я даже не знаю. А, ладно. Я позову Пруденс. Может, она подскажет. И чё, и всё, что ли? А, поговорить с Пруденс? Ну, давайте Норрису поможем. Я, в общем-то, был сам не против с Мирием позажигать. Ну, ладно уж. Чего уж там. Оставим Норрису это дело. Если копается в шахте, дайте посмотрим, что там вообще в шахте в этом. Интересно, го. А, ничего, просто только начатая шахта. Что-то светится там. Или это отражение от лампы. Ладно, пойдем поговорим с Пруденс. Кто у нас такая Пруденс, что-то я не помню. Все, проморгал, умер. Яма. О, вот это здоровая фигня. Да, ему пофигу, да, смотрите. Пальнул ему прям в зад. Ладно, тут бежит. Вопите. Вопите, вопите, да не вопите. Только громко не вопите. А, Пруденс это, по-моему, негритянка, фермер. Кстати, тоже давно с ним не виделись. Вот она. Ух ты, смотри, хлеб пекет. Блин, как все-таки круто все сделано, а? Ну ты будешь вытаскивать уже, ну... Руденс. Добрый день. Норрису нравится одна женщина. Что вам, ну, женщинам можно было бы подарить? Букет диких цветов всегда меня радует. А кто нравится Норрису? Лучше пока не говорить. Пусть так. К северо-западу отсюда есть утес. Забраться непросто, зато цветы под солнцем растут хорошо. Ну вот, еще, блядь, по скалам лазить. Ну ладно. Надо так надо. Ну так, не так уж далеко, до 100 метров. Бульонка. Какая бульонка. Нормально такая говядина. Скоро будем тебя жрать. Ух, ёпта твою мать, ты меня напугал аж, блядь. А он на буренку на нашу охотился, гад. Хотел ее сожрать вместо нас. Так. Отсюда залезем, я думаю.
Да сколько же вас здесь, а? Все хотят буренку вставать. А это, кстати, то место, где мы собрали последнюю побрякушку одноногого. То бишь, получается, если бы мы не нашли ее, нашли бы и без этого. Ну, то есть через этот квест дорогу мы нам показали. Поэтому видите, как важно проходить все квесты. Вот и цветочки. А вон там была наша прикушка одноногая. Вон коробочка лежит. Так, ну мы ее забрали. Собираем цветочки. Ой, ты их обыскиваешь. Собирай их. Отнести Норрису. Ну понятно. Не успела. Яма. Попите. Шкуру лопите, мясо лопите, сердце лопите. Индейцы верили, то есть, если у тебя что-то болит, сердце, почки, значит, надо кушать от убитого животного то же самое. Ух ты, упетлял, гад, смотри, какой шустрый. Ну это насколько я знаю. Опа, ты что там заседаешь что ли? Да подожди ты. Орис, эй, вы там? Уи. О, тогда я зайду попозже. Но ничего. Что такое? Фу, ну ты насрал. Предложила собрать букет цветов. Да? Уверены? Странная затея. У Норриса теперь доступны медная руда и другие предметы. Но мы помогли, получается, да, Норрису? Любимый Норрис. Так, он что, там дальше прокопал? Смотри-ка, да? Он дальше прокопал. Влюбленный Норрис творит чудеса. Подожди, отсюда прокопал, гад. По самому поместью сейчас прокопает. Так, что у нас еще есть на территории поместья хорошего? О, еще два задания. Так, здесь есть интерактивная беседа. Недалеко. Вот там наверху. Так, я не понял, ну и что? Где? Опять срет, что ли? Ну или скончай срать, да, вот и засранец. 3 метра, 2 метра. Здесь кто-то должен стоять, да, судя по всему. 5 глюк какой-то. Ну ладно.
Вернемся сюда попозже, я думаю. Сбегаем сюда. Пока. Так, как бы нам побезопаснее спуститься? Вот сюда прыгнешь ты, Конор. Ага. Так, здесь у нас таверна, насколько я помню. А, или нет? А, да, таверна, правда, у нас с той стороны. А здесь, ребятки, вы чем занимаетесь? Ух ты, вы что-то играете? Эй, Конор, шары сыграть не хочешь? Хочу. Сейчас я достану свои шары и поиграем. Смотрю, вы уже помирились. Ты недавно помирился? О, правда? Да. Мы то и дело бронимся из-за чепухи, но ведь и миримся тут же. А тот подумал, что с моими беда и совсем голову потерял. Кстати, Терри знает, что со мной не справится. Свинья! Вот зачем он площадку сделал, хоть в чем-то меня обойти. И все равно никак, а, Терри? Я выигрывал, пока Конор не пришел. Конечно! Так, что делать? Двигайтесь с помощью АВСД. А, двигайтесь. Цельтесь с помощью этой кнопочки, ага. Ну, и куда мне кидать? Подберу бросить. Ну, сюда брошу. А, я должен, то есть, регулировать, да, еще? Нажмите Е, чтобы изменить способ броска. Тактическая камера. Да ну какая-то камера тупая. Так интереснее. Так, теперь что надо попасть в этот же шарик? Плюс одно очко. За что? А, ну, подбить? Тоже одно очко. Славно. Ну, ладно. Вот так вот кинем. Почему очко не дали? Ребятки, что за лажа? Два очка. Аж дрожь берет. А, то есть я должен убирать его камни, да? Вот так-то вот. И свои камни ставить рядом с этим. Давайте попробуем горизонтальный бросок. Вот такой вот. Блин, так чувствительно. Что ж, неплохо. Отлично. Вы заслужили победу. Ага, второй. Сделаем поближе. Шняга. Все равно хотелось дофига. Так, значит, если она укатывается вперед. Ну-ка, тактическая камера, помоги мне штук. Да, примерно так. Горизонтальный бросок. А, вертикальный, вернее. Как-то так.
Я должен быть своим шаром рядом с маленьким красненьким. Ух ты, смотри какой. Давно такого не видел, славно. Так, надо отпинуть его шарик. Так, ну-ка, тактическую камеру. Блин, как-то... Ты помедленнее можешь? Так, вот так как-то надо выпнуть. Нет, все равно не отошел. Две попытки дают, типа. А если прям в лоб, да, я сейчас вот... Да, прям на него. Вот так вот вкину. Да ты чё, смотри. И Готфри дали очки все равно. А, еще я кидаю. Вот как-то так. Вот так вот подальше. Сойдет. Не добросил вроде. Ну добросил вроде. Не люблю проигрывать. О, я проиграл. Как проиграл, не пойму. Ну, в общем, игра интересная тоже, да? Но игры как-то мне... У лесорыбы все доступны лесоматериалы. Но у них должны быть доступны лесоматериалы, потому что они лесорубы. Игра в шары называется. Так, ну дайте мне карту посмотреть. Синхронизация, конечно, хорошо. Так, вот дайте игры в шары. Так, еще одно задание у нас где-то там ждет. То есть, получается, надо свои шары удерживать как можно ближе красненькому маленькому шару. Так, у вас что здесь? О, у вас пополнение ждет, ожидается, да? В ожидании. Скажешь ему, родная? Я жду ребенка. Поздравляю. Мы так долго об этом мечтали. Но есть одна лишь только беда. Тут врача не найти. Значит, надо его найти? Знаю, кто может сюда переехать. Доктор Лайл Уайт. Давно его не видели, но поищите по старому адресу в Бостоне. Да, врач нужен обязательно. А, найти в Бостоне ученика доктора. Хорошо, хорошо. Так, что, в Бостон отправляемся. А, вот так вот давайте мы сделаем, чтобы времени не терять, не бежать. Эй, почему нельзя? Почему нельзя переместиться в Бостон? Блин, я не могу переместиться, смотри-ка. А, хотя бы во Фронтир смогу переместиться. Тоже не смогу. Что, не пешком? Фигачить. Так, где у нас метки быстрого перемещения? Так, вот она. Переместиться, да, переместиться. Там карета у нас стоит, и мы вроде сможем, подойдя к карете, сразу переместиться в Бостон.
Там у нас, кстати, интерактивная беседа. Давайте посмотрим. Окончать ее. Что ты делаешь все время? Ты, видимо, Ахиллес. Ой, он на втором этаже. Блин, он в подвале. Вот старый, а? Наворотил себе всяких подвалов, бегай его ищи. О-о-о. Вспоминаешь былое, Ахиллес? Коннор. О, да. Пожалуй, так и есть. Столько времени прошло. Кому из ассасинов это принадлежало? Сначала Джону де Латуру, первому ассасину колоний. Потом какое-то время мне. То, что я совершил в этих доспехах. Что-то приятно вспомнить, а что-то очень больно. Когда-нибудь я передам их тебе, Коннор. Твой долг — сохранить их. Это напоминание о том, как давно здесь наше братство. Как давно мы защищаем людей в этих краях. Но я заболтался. Я знаю, что ты понимаешь их ценность. Блин, а чё несчастно, да? Сейчас было бы самое время. Кстати, костюмчик бы сменить. О, трофей Джонсон. Получили трофей в память победы над Джонсоном. Отлично. Так, Джонсона мы зачеркнули. Остались несколько ассасинов. Питкерн. Потом, кто здесь? Бенджамин Чёрч. Ли. Ну, наверное, будем убивать их снизу вверх. Питкерн, Чёрч. Это кто такой у нас? Хикки? А, Хикки, ну понятно. А потом идет Чарльз Ли. Это у нас такой Николас Бидл. А Николас Бидл, посмотри, он выше, чем все остальные. И в конце идет все-таки Хейтен Грандмастер написано. То есть папашка наш. Конора. То есть это у нас Конор Хейтенович. О, блин, это задний двор, оказывается. Нет, нам не сюда. Нам надо к карете. И в Бостон. Здесь вышагивает похрамовая. Взаимодействовать. Так, и что, ты мне перенесешь любую карту в точку мира, что ли? Бостон хочу. Во Фронтир, может быть. Твою мать. Сюда можно? На кой черт тогда взаимодействовать? Что, на эту карту так смотреть, что ли? Как мне быстро переместиться? Люди. Как быстро переместиться? Хочу во Фронтир. Вот сюда. О, да. Вы хотите переместиться во Фронтир? Да, конечно. Хоть ничего годит Джонстаун.
Так, а здесь что-то изменилось во фронтире с тех пор? Да, в принципе, нет. Все то же самое. Бостон. Сразу в Бостон. Да, Бостон, господа. Так, я инкогнито, да? Бостон, ничего, хорошо, я могу пользоваться услугами своих России. Рекрутов. О, блин, сколько мы не освобождали бы Бостон от британцев, их все больше и больше. Так, где-то находится у нас на карте-то. Ну, довольно-таки далеко. Давайте переместимся сюда. Поближе. Бостон живет просто-таки своей жизнью. Северный округ, спорно, как бы мне отбить Северный округ еще? Так, вот и дом доктора. Вот. Неплохо, такой домишко. Ха, Коннор, чудесно. Вы здесь. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь. Да. Ой, извиняюсь, я ошибся. Где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь. Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Вы не справитесь в одиночку. Но не бойтесь, вы не один. У нас есть своя армия. Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Я извиняюсь, хотел найти, конечно, доктора для этой супружеской парочки. Но случайно забрел в дом Пола Ривера. И нажил себе приключение на жопу. Так, ну эти приключения все-таки нас, наверное, ждут уже в следующей серии. Так, давайте посмотрим, что он нам скажет-то. Фронтир, 18 апреля 1775 года. Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем.
Она одна лошадь, что ли? Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Коннор, садитесь верхом. Я не люблю так, когда мужчина сзади. Я скажу, куда нам надо ехать. Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Хорошо. Ты только этот, там, не шуруди руками своими. Скачка Пола Ривера. Скачка Пола Ривера, дата 18-19 апреля 1775 года. В ночь перед битвами при Лексингтоне и Конкорде Пол Ривер и Уильям Досс оставили Бостон, чтобы предупредить пригороды о приближении британской армии. В частности, они хотели предупредить Джона Хэнкока и Сэмюэля Адамса о том, что их хотят арестовать. Ривер отплыл из Бостона на лодке по реке Чарльз, пройдя через полуостров Чарльстаун. А Досс выбрал длинный маршрут через Бостонский перешеек. Ривер прибыл в Лексингтон первым, но Досс отстал от него ненадолго. Когда Досс и Ривер доставили предупреждение Хэнкоку и Адамсу в Лексингтоне, они решили двинуться дальше, к Конкорду, и предупредить людей там. Они объяснились с Сэмюэлем Прескоттом, который был в Лексингтоне с визитом к своей возлюбленной. Прескотт когда-то жил в Конкорде, поэтому хорошо знал местность путь. Троица была на полпути к Конкорду, когда они наткнулись на британский патруль. Ривер был окружен, но Доссу и Прескотту удалось вырваться. Досс потерял лошадь и на несколько часов спрятался в сарае, прежде чем прокрасться через Лексингтон. А Прескотту удалось добраться до Конкорда и протрубить тревогу. Хорошо, что они взяли его с собой. Годами позже Генри Вудсворт Гонгфелло напишет поэму об этих событиях. Правда, в ней вместо трех всадников останется только один – Пол Ривер. Запомните, дети, слышал весь мир, как в полночь глухую сказал Пол Ривер. Так, ну эту скачку мы продолжим в следующей серии. А на этом давайте попрощаемся. Всем желаю всего доброго. Здесь налево. Подожди, в следующий раз. И пока.